Не стесняются. Эта песня, если перевести ее на русский або на украинскую мову, вона каже про те, що краще надіятись на Господа, ніж на людину. Амінь. Бо Біблія каже, що кожен, хто надіється на людину, той буде проклятий. Уявляєте собі? Йой. Тобто не на Бога, а на людину. От. Ішандія в катарбе, покажите нас аплодисменты. Мама яду матушенки. Ішандія в катарбе, мапа яду матушенки. Ішандія в катарбе, ішандія в катарбе. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Без этого, знаете, я понимаю, что есть разные моменты, но как Рома, как чтобы они вот не танцевали и не славили Бога? Это просто... Дети, вы поможете? Конечно. Давайте. Исаак, давай, жемчужина, давай, 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 давай. Деба, Деба. Деба, давай, 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 давай. Ну хорошо, не надо, не надо. Она в брюках, она стесняется. Иди, Исаак. Меня с небес и назвал меня своим. Пострадал, опа, и воскрес за возлюбленных детей, как ты делаешь ты и велик, мой мессия дорогой, так прекрасен Божий. Дает он и покой, он дает, опа, свою любовь, сердце дарит, Дух Святой утешает, назидает, благодатью наполняет, как ты дивен, опа, опа. Не печалься, не печалься, друг ты мой, знаешь, что любит Бог.
позови. Как ты делаешь ты, и вели, давай, давай, мой Мессия, дорогой, так прекрасен Божий мир. Мир дает он и покой. Сразу тебе придет и слезу твою отрет, утешение пошлет, в сердце радость принесет. Как ты дела, папа, мой Мессия дорогой, так прекрасен Божий мир.